А я вообще где? Тут что-то случилось со скорпионом. А зачем взломать? Чё? Да. Я об этом подумал, я как раз вчера смотрел ситком Get Over Here Sub-Zero, блядь. А чё, ночь-то можно переждать? То что-то это страшно. Страшно, не хочу. От балет. И не залезть ведь. Пусти переночевать, дядь. Чего? Чё, кто это? Чего? Чего? Кто там? Ну, это кирядно. Ясно, понятно, выйти. Нет, пока. Jade's being held hostage at the museum. Troy says the place was originally built as a fortress, and now it's Rice's biggest outpost in Sector Zero. I gotta get in there before Jade gets hurt. Зачем тебе по сети играть в Dark Souls? Там же это онлайн херовый. Ну или купи, блин, за 300 рублей какой-нибудь этот. Да купи за 300 рублей. Сколько он стоит? Твой соус-то этот. В Steam, понятно, он ей пустует. Сколько, за сколько я видел? Сегодня. Так, делюкс. Не, мне делюкс не надо. Мне надо обычный. Dark Souls. 395 рублей. Ну и чё, бери. Чё тебе, плохо, что ли? 395 рублей. В этом, в Steam Pay. И все. Я там игры периодически покупаю, так что... Оу, щит! Было весело. О, спасибо, что телепортнули меня сюда. Где тут кровать у вас? Ниже. Okay. Господи. Играю на уровне кошмар, нет, на обычном, на среднем. Просто ночь на дворе. Тут ночью весело. А еще я делаю только сюжетку. У меня реквест на 12 часов, поэтому надо это делать все очень быстро. Угу. Так, четко вот туда.
будет стрим по Dark Souls. Да от нее дождешься стримов, она это только обещает ходит. Ой, я решила постримить. С подругой. Где стримы ты? Дом у дороги. Да не. Дом у дороги. Да не. Я не знаю. Ой, а кто это у нас тут? Данюш, ты уже и так это... У нас тут и так. Мне надо только... Это... Мне уже трижды надо Данючу сказать, что... Вот это что за ебатопать? А Данюш красавчик. А Данюш красавица. А Данюш красавчик. А Данюш томат и хма. Подруга слилась? Ну, может, она не такая уж и подруга, раз она слилась. Ой, а кто это у нас тут? Ой, а кто это у нас тут? Don't be like that. Calm down. Let's do this. Да где ты, мать твою? Я слышу твой голос. Ты как будто, блин, на мне ходишь. Кто там? Don't be like that. Calm down. Let's do this. Айсаир Ачика. Поиграть не дают. А достальчик красавчик. А достальчик красавчик. А у меня в чатике одни красавцы и красавчики. И красавицы. И красавцы. Что-то я сам себя запутал. Люби достальчик. А что за реквест? Нет, за 12... Мне надо 12 часов поиграть игру. Ну, в лучшем случае я за 12 часов тут это, пройду пару миссий. Поэтому я пытаюсь вообще просто бежать, сломя голову всю игру. В один заход? Не, просто 12 часов. Ядрить за мной толпа бежит. Ядрить за мной толпа бежит! Что-то где-то здесь, да? Смотрители музея. Так, а что, здесь-то не вариант, да? Ты что творишь-то? Красава. Угу. Что за телепортация, слышь? Да.
Я сейчас жахну обоих ее. Да ее помыть. Да вы задолбали, алё. Ты патроны на вас, блядь, переведу так. На пароход нужное место так и не нашел. Да иди ты еще и... Ой, тут мне. Так, спокойно. Где-то здесь или еще выше? Да что такое-то? Да в смысле? Не хочу я мышкой гонять по столу. Это совсем на крыше, что ли? Могу залезть? Ну, могу, смотри. Твою медь. Здесь, что ли, где? А, во. Тарик? Тарик, что тебе надо? У нас нет ничего, только малость еды. Не парься, меня Трой послала. Трой? Слава богу. У меня нервы не еще раз с тех пор, как я нашел этого мальчика. Но у него никого не осталось. Я как не очень умею заботиться о детях. Я здесь не поэтому. Но Трой обещал кого-то прислать. Мне нужно попасть в музей. Музей? Но Трой говорила, что кто-то придет мне помочь. Она обещала. Хорошо, расскажи, как пробраться в музей, я постараюсь тебе помочь. Райз контролирует музей, и он убьет тебя сразу. Значит, надо, чтобы он меня не увидел. Трой говорит, что ты был куратором, и что если кто-то знает, как попасть в музей, то это ты. Как? У тебя есть акваланг? Нет. Плохо. Там есть вход с одной изумрудного пруда, но придется долго плыть под водой. Тебе вряд ли хватит дыхания. Вряд ли не значит, не за что обязательно. Что я попытаюсь. Червяк. Джим! А чё, квест до сих пор не выполз? А, вот. Ну-ка. Ты бац. Да не, я просто не хочу по столу гонять мышкой, реально. Hello, Вик Дилан. Оль, Оль, привет! Так, найдите подводный вход у изумрудного пруда. Мой город изумрудный, идем дорогой трудной. Идем дорогой трудной, дорогой непростой. Чего? Ты дурак, что ли? Я тебе... Я тоже! Да иди ты нахер, козел! Все понятно, все понятно, все понятно. Вы классный, да-да-да-да-да, все понятно. Где этот хер? О, правильно, идите туда. Идите, бейте его, да-да-да-да-да.
Так, спокойно. О, не туда пришел. Нет, туда, нормально. Может быть, лучше пригорающего стримера? Да камон! Ты же сам мне постоянно говоришь, что не можешь смотреть, когда я бомблю сижу. За мной все гоняются здесь. Ну, бандиты за мной гоняются по причине того, что я это... Кое-кому руку отрубил. Не тому человеку отрубил руку. До свидания. Так, я, кажется, нашел вход. Даже оно. Почему тебя кинул на подарки сообществу? Я не знаю. Я вообще думал, он туда. Тут он какой-то... Не. Тут нельзя зачистить зомби. К сожалению. О, Настя, подарок. Так, значит, где-то здесь есть что-то под водой, какой-то вход. Все, нашел. Ну, поехали. Иди ты нахуй, что тут такое-то? В смысле? Как это отодвинуть? Я кислород не хватит. А, блять, там подъем сверху. Влезай, 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 назад, назад, назад. Там сверху был проход, я его не увидел. Ща, 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 ща. Ща, ща, живи! Марина, живи! Марина! У меня хп-то нету! Ёб ты, сейчас помру! Марина, живи! Марина, живи! Марина больше не хочет жить! Марина, все! Зомби бесконечные! Ты 2 метра отойдешь, они заново зареспаунятся. Ну, практически так это работает здесь. Так. Погнали. Привлекает более опасных мутантов. Да кого он сюда привлечет? Они плавать не умеют. Кофе. Да, я не видел. Слимеры слепые.
обычно. Не видит ничего. Штаб Райза. Окей. Jade's being held hostage at the museum. Choice is the place was originally built as a... Так. Я надеюсь, здесь будет с кого полутать патроны, потому что я что-то, блин, отстрелял до хера. Это Стюи. Блин. Да, конфетка уже все. Я уже ее даже съесть успел. Ту конфетку. Виталик Скрас. Шалом. Че тут слишком много крови под водой, как будто бы пиранью. Но это не пиранья, ни хера. Ну хотя, с другой стороны. Пираньи вроде не нападают на людей. Ну, по-настоящему, если. Ой-ой. Какая-то проблемка тут. Сюда, что ли? Ладно. Что-то я в упор не вижу прохода. Бля, это я не назад, надеюсь? Просто здесь залезть у меня не получится. Он не хочет залезать. Где тут выход-то? Алло. Что-то я реально не вижу выхода никакого. Не, ну а чё, как я должен? Я реально здесь должен, чтобы подниматься или чё? Так он не допрыгивает ни до куда. Ну вот до... не багует еще. Oh my
даже... Только не снова. Сколько лет прошло, все о том же. Гудят провода. Привет, Феонор. Трой. Трой, я тебя слышу. Я внутри. Это самое легкое было, ты же понимаешь? Умеешь ты подбодрить, Трой. Не мое дело. Удачи. Я, кстати, Донателло. Без мягкие ножки. Балдит. Надо на эту балку что-ли запрыгнуть. Окей. Или я тут пришел? Да я тут пришел, камон. Тихо. Сюда что? А, ну вот, наверное, сюда. Стоять! Стоять! Не надо так делать. Вид модул. Всем привет. Ну, я хотел. Нет, вон был он. Было внизу. Кто скажет мне, ответит, что же это? Just quiet. I heard... Oh, shit. There you are. А что тут нашествие должно было быть? Что происходит? Сцену построить. День города, блять, походу был. День города должен был состояться. Ну, я что-то, блять, все отменил, по-моему. Выступлю с речью. Всему писец. Спасибо. Инвентарь полон. Ну он не полон, у него кость широкая, чего началось-то? Так, меньше 50. Надо выкинуть что-нибудь, что меньше 50 дамага. Короче, только начинаю смотреть херак. Короче, дамаг 1429. Что-нибудь надо выкинуть, да? Кувалду вот эту вот выкини. Чё там такое лежит-то? Ну, пойдет. Так, я выключу свет ненадолго, потому что явно сейчас будет перестрелка какая-нибудь душная. Ну поехали! Снова встретились! В тот раз ты украл кое-что у меня, и теперь я оплачу тебе той же монетой. Я не торгуюсь с придурками, Райс. Я заберу либо Джейд, либо твою вторую руку. Сам выбирай. Ты не в положении, чтобы требовать Крейн. Сперва тебе надо напрячься и заслужить право. В атаку! Минана!
Come on, guys. Come on. Fire in the hole. Over there. Блять. Да, в смысле? Так, тихо. Here's a present for you. There he is. Это все, что у тебя есть. Я тут целый день могу так. Ты зачем это сказал? Ты зачем это сказал? Ты дурак, что ли, блядь? Целый день он тут может. У меня нет целого дня, дурак. Где? Да где ты, ёб твою? Куда он стреляет? Не понимаю. Да слышь ты, Саски, сучиха. Да ты что, серьезно, что ли? Скоты, блядь. Я бы с удовольствием куда-нибудь наверх поднялся бы. Смотри, метание гранат прям моя школа. Видел? Ты видел, как он кинул гранату? Прям моя школа. She's so lonely without you. She's waiting for you.
Ей так одиноко без тебя, иди, забери ее. Он кинул гранату, она от моста отрикошетила и вниз упала. Я тебе говорю, моя школа просто метание гранат. Ай, блин. Так, что делаем-то? Мне бы этот, как его? Как-то на второй этаж подняться. Я просто что-то не горю желания с ними снизу драться. А прохода никакого нету наверх. По крайней мере, я что-то не вижу его. Они там сика наверху тусят. И патроны у них там все. То есть, пока я их не уничтожу, хер, мы пройдем дальше, да? Я так понимаю. А где они? Союзник? Пошел ты в жопу, союзник. Где ты, сволочь? Да где он? Хорошо, ты хочешь по-плохому играть? Давай по-плохому играть. Чё говоришь? Знал, что вылезут ведь. Я что, в того попал, что ли, нихера? Магия, колдунство какое-то. Так, собрать всякие ништяки. Что тут осталось? Ты тут? Красава. Красава ты тут. Понял? Понял? Красава ты тут. Так, чертежи, аптечки. Чё? Давай. Его бабку убью, давай. Резидент Evil Warzai. Ага. То есть можно щит взять с собой. Ну ладно, окей. Да, она там Resident Evil 7 играет. Я вообще ни одной серии не смотрел. Поэтому не в курсе. Это же последний сезон, говорят, нет? Или меня что-то приглючило? Найди ее, Крейн, давай, она не будет ждать тебя вечно. А у нее типа выбор есть? Какие-то флешбеки у меня сейчас происходят в голове. Что-то нехорошее грядет. Сраный.
running out of time. Hurry up, Crane. Come on, Crane. Try harder. You get here too late, and there won't be much left of her. Поспеши, горит, а тут от нее ничего не останется. Где ты? Где ты? Да в смысле, блядь, ни разу не попал, конечно. Окей. Хатапа. Я передумал, блядь. Уймись. Смотри, да. Да, сика. Здоровался, привет, Филип. Не помню. Здоровался, ну. Так, окей. Пацаны, пацаны. Спасите Джейд. Убейте мутантов. Вот эти, что ли? Или вообще всех. Ну так это.
Бро, бро. Я здесь. Бро, я здесь. Так, ясно, ладно. Спрыгиваем. Только не снова. Так. Джейд. Черт, что они с тобой сделали? Со мной все хорошо. Тахир ударил меня по голове, когда вел сюда. Дай мне минуту. Я буду как новенькая. Думаешь? У тебя нет такой роскоши, как минутка, Скорпион. Все твое время, которое у тебя осталось в моих руках. Спасибо, Грейн, что починил мои антенны. Я слышал все ваши переговоры. Как ты думаешь, я тебя вычислил, госпожа Альдемир? Или доброго доктора Камдена? Как же я твоим разорвал между связь между секторами? Это... Только руки бери, бля! Отлично. Чикатило явился. Привет, чудак. Здесь правлю я. Поскольку данная серия теперь у меня, ВГМ сделает меня что-то там королем, значит, вы мне оба не нужны. Тахир! Воу! Блять, еще и ночь наступила, ёпта мать. Чё делаем? Что делаем? Не знаю, что делаем. Во-первых, коктейль Молотова. В смысле, места не осталось в инвентаре? Чего, блядь, угораешь? Сломай что-нибудь. Молоток бесполезный. Ой, простите. Чертежи. Коктейль Молотова. Да ёпа мать, ну ты что ты делаешь-то? Спойлер. Да какой, блять, фонарь? Да вы, блядь, бесите, ёпты. Дайте секунду-то, блядь, инвентарь-то поменять, ну.
Давай, Джей, пойдем отсюда. Да, я на пати играю. О, Джей, ты ранена? Тебя же не укусили, нет? Я в порядке, просто... Дай мне секунду. Мила Джей далеко не в порядке, крайне. Ее укусили, заразили уже не час назад. Благородно с ее стороны скрывать это. Дзангу цапнули. Тебе не зачем было знать. Тебе снова приходится делать выбор, Крейн. Хуя ты метнул. Твой бесценный скорпион скоро переродится. Ну и ты тоже. Кто получит дозу антезина? У кого будет больше шансов выжить? Тебе решать. Джейд, возьми. Нет, давай, тебе нужнее. Мне еще и есть предыдущая доза. Крейн, обещай мне одну вещь. Когда все случится, убей меня собственноручно. Что? Я... Обещай, Джейд, я не... Куда? Ты куда убежал-то, блять, алё? Крейн, ты меня слышишь? Нет. Джейд, where are you? Джейд, ты где? Джейд? Джейд? Слушай меня, Крейн. Крейн. Ты меня слышишь? Ага. Джейд, where are you? Джейд, ты где? Джейд? Джейд? Слушай меня, Крейн. Я слушаю, только ты что-то ничего не говоришь. Бесит немного. What the... Какого? Да это же не в тебе дело. Это ж чат такой. В чем здесь ты-то? Может, ты во мне? Такое. Дел во мне. Перестаю чат читать, все. Я знаю, тебе хотел спасти меня. Далеко не каждый в твоем месте предложил бы препарат другому. Ну. Arkham Asylum. Слишком поздно, говорит, для меня. На, заебись. Идеально, блядь. Где ты, сволочь? Раз, два, Фредди заберет тебя. Три, четыре. Закрывайте двери в квартире. Сперва я винил тебя в смерти Амира. Хотел убить тебя. Но я поняла. Пришло его время. Пришло его время уйти. Зомби, беги! Снова. Смысл смерть на краю. Чем отрицать очевидное? Это бессмысленно.
ученики сидят, блядь. Сегодня у нас на занятиях по зомби, да? Как кусать. И учитель такой перед доской. А почему у меня микрофон включен? Мы приходим сюда и рано или поздно умираем. И это никак не изменить. Плазменный боксер, блядь. Не знаю, что мы можем для прожить жизнь так, чтобы она имела значение. Да отстань ты от меня, шо ты ко мне пристал-то? Пинок, блядь, наконец-то. Давай. Можно зомби топтать. Крейн, спаси этих людей. Жизнь Амира имела значение, а теперь его нет. Жизнь Рахима была важна, а теперь его нет. Если жертвую своей жизнью, я хочу спасти всех в Харане, значит, я тоже жила не зря. Не-не, Рахима, спокойно. Ёпа мать. Не отнимай у меня это право. Я родилась раньше срока, врачи были уверены, что им не выжить. Но я боролась. Ты еще вообще к чему? Я страдала и думала. И боролась, и боролась, и боролась. Я стала чемпионом, стала скорпионом. Я оставила свою метку на мире. Стой, след мире. Пришло мое время, Крейн. Меня уже не спасти. Но дай мне спасти тебя. Дай мне спасти тебя. Нет, 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 нет. Господи, Джейд, че, как же... Одному из нас надо жить, Кайл. Помни о том, что ты мне обещал. Фу. Такая драма. А выбор все равно делают за тебя. Печально, Крей. Разочаровывает. Ты. Идите сюда и убейте их. Четыре человека всего-то. А это закон природы, Грейн. Убей или будь убитым. Сожри или сожрут тебя. Привет. Как дела? Прощай, Джейд. Лучше ты, Крейн, не приходил в этот город.
пришел, парни ее убили. Тахир, убей его, мудака. Парни ее убили, брат ее убили, ее саму убили, пиздец. Лучше бы не приходил. И все разы практически из-за него. Че там за Тахир-то, да? Слышь, Тахир! В смысле? А где мое оружие-то все? Забрали все? Я вообще-то прыжок нажал. Э, бля! Ну все, блядь, началось её. Your whole world's about to turn to shit. Мне кажется, он меня убьет. А можно я хотя бы, блядь, на земле валяться не буду? Да как так ты её ушёл, ёб твою мать? Убивай меня, заебал. Да хуёво он тут реализован, этот, блядь, рукопашный бой, блядь. Каждый раз ты пытаешься ударить врага, короче, и не попадаешь по нему нихера, потому что либо он уворачивается... Любит делать вот так вот, блин. Я тут у нас вот. Куда он идет? Ага, заебись, блядь. Да ты охуел, что ли? А, сука, не дал ударить второй раз. Спасибо. Да я вырнулся. Уходи, уходи, уходи. Спокойно. Давай.
Подожди, а Тахир это который это что ли, как его? Который Уткин, блядь, что ли? Который, как его? Который квесты мне давал? Ну что ты, блядь, драться-то будешь, ёпта, алё? Ты охуел, что ли, блядь? А уворачиваться кто будет сегодня? Нет? Не я? Нет? Кто-нибудь другой? Понятно, ясно. Давай, Тахир. Блять, нет, 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 уходи, 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 уходи. Блять, ну серьезно, что ли? Да иди ты на... Как ты убил-то, ёпта, алло. Да это нечестно. Мы Scorpion Gamer, как игра, ок. Все забрали, как всегда. Ну ладно, он ни о чем, в принципе. Давай. This is it for you. Что творите-то, ёптара? Бро, Тахир, давай. Ебать, это что такое было? Это что за рывок-то? Один раз, не жадничать, не жадничать. Еще второй раз не попал. Вот ради чего умерла Джейд. Валяется на полу. Райс, наверное, уранил, когда пытался укрыться от пуль. Просто образец ткани. Где второй пакет? Где черт? Смотри, как тебе поплохело. Для таких ран ты вряд ли оправишься. Так убей меня. Не, надо было бы. Надо тебя бросить, чтобы ты страдал. Ты заслужил. Да, ну чё ж ты не бросишь? Потому что ты не из таких. Тебя не добьешь, ты выживешь, типа того. Трой, это Крейн. Ты жив? Трой, Джей. Трой. Джейд мертва. Джейд дед. Нет. Sorry. Мне жаль. Really sorry, действительно Crane, жаль. Это не просто слова. Что случилось? Джейд saved my life, Troy. Джейд спасла мою жизнь, Трой, опять. She died, она умерла, saving me. Спасай меня. Крайн, тебе еще надо отменить приказ министерства. Ради этого Джейд пожертвовал собой, чтобы ты сделал это. Умник там. Он придумал, как сообщение передать. Да, для этого нужно встретиться со мной. Я передам тебе усилитель, который помог бы умнику прорваться сквозь блокировку. Я жду тебя в безопасном месте, но по пути к антенне, на которой надо будет установить усилитель. Трой, хорошо, иду. Такая вот лабуда, короче, произошла. Оружие Тахира. Ух, нихуя, 5 раз можно чинить. Его, по-моему, вот это бубуйня. А чё, у меня все отняли опять, как всегда? Даже не вернули ничего. Ладно. Я надеюсь, там все на месте. Оружие Тахира, блин. Так, ну вот, ладно. Здесь совсем разобрались. Покиньте музей. Ща покину. Не переживай. Здорово.
О, аптечка. Класс. Я думал, никого не будет. О, забрать. Так, мачете. Великолепный сюрикен. Да все, убери. Тоже нахер не нужно, в принципе. Блин, оно не убирается, что ли? Взять предметы из рюкзака. Так, что тут у нас? Разобрать нахер его. 107, 109. Давай уж возьмем что-нибудь это. Вот это, вот это, вот это. Что-нибудь прям серьезно. Смесь 2. Так вот. Стоп, подожди. Слушай, пакеты. Коктейль молото. Окей, все забрал. Окей, привет, Муя. Ты ждешь от меня реквеста, но я не скажу. Видишь, как же. А, филлер, красавчик. Sacrificed her life for me. And when she turned, I had to put her out of her misery. Конфетка вот такая вот просто. Now, Jade, I swear I'm gonna fucking make Rice pay. Эй, пардон. Я тут рубил какой-то, вообще не до чата был. Сорянт. 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 Доктор Кэмден, это Крейн, do you copy? Да-да-да. Слышите меня? Крейн, бред, за что ты еще жив? Ты нашел Джейд? Да, нашел. Забрал образец тканей, принесу их вам. Но сначала мне надо кое-что сделать. За что напомню, время критично. Я знаю, док, но, в общем, я пытаюсь выиграть новое время. Встретиться с Трой. Очки выживания. А что тут прокачивать даже нечего. Обращение с щитом нах не нужно. Точная продажа. Травы не собираю, сюрикены хрен пойми. Используйте электрические ограды. Не знаю, что это такое. Давай. Торговать лучше. Давай. Так. Ну да, ништяковые конфетки. Я их у вас купил, в общем-то. Когда были. У вас тогда и купил. В каком-то магазе. В этом каком. Я не знаю, что это центр, не центр. На той станции, где эти. Всякие гиковские магазины. На Невском, что ли? Не помню. Что там было-то? Ты ебанутый, что ли? Я ж сам дергаюсь. Лиговская, точно. Лиговская. Да, спасибо. Я просто название вообще что-то... Сейчас уже столько времени спустя. Хер запомню. Хер вспомню, хер запомню. Так, а чё как наверх-то залезть к вам?
Тихо. Ты дурак, что ли? Ох, мать. Bullet. Сюда зашел-то вообще. Чё-то мне кажется, я куда-то вообще не туда пришел. Хотя вроде... Как я до этого вот к ним разбирался? У них вроде этого всего здесь не было. Я просто, по-моему, поднялся и все. А, это другое место, что ли? Здорово. Ну так что делать-то? Бери усилитель, его надо установить на самой высокой точке. Так больше шансов прорваться сквозь. Дай-ка угадай, мне нужно добраться до радиомачты на окраине города. Самый короткий путь через канализацию. Умник будет тебя направлять по радио, свяжись с ним, как доберешься до той стороны. Еще Крейн, когда установишь усилитель, настрой свое радио на правильную частоту, и тебя услышит весь мир. Фигурка была. Надеюсь, увидимся, Трой. Фигурка была? Какая такая фигурка? Че? Какая фигурка? Дэв, зайди. Какая фигурка-то? О чем речь? Ой, не, это я спускаться не буду. Это слишком. 166. Ебать. 9к стоит. Вот еще, блин. 133. 6 тысяч. Чего? Что-то жесть какая-то. Для ачивочки. Ну так я же не ачивочки делаю. Я так уж. Так. Алкоголь. Шейные патроны. Не знаю. Винтовочные. В смысле нет свободной ячейки? У меня нет свободной ячейки для патронов. Че происходит? Че у меня вообще с инвентарем? Вот нахуй они забирают это все. Серьезно. Сколько патронов? А, все, места нет. У меня только один патрон для дробовика. Так, слушай, а дай мне лук. Здесь лук есть? Черас. Винтовочное оружие. Сколько у тебя есть их? 3 патрона, все. Класс. Абсолютно стоило того. Так, куда идем-то? Куда-то... Ну, вон туда, да? Уи! Тихо. Так, надо перил сделать. На самом деле. Чем? Надо
Bullet. Думай, дорогу. Да чего меня прижали ты? Так, где-то добрался до мачты. Это я так добрался до мачты? Че ты это врешь мне? А как спуститься теперь? Долго до конца? 22%. Часа два, я думаю. Так, мне нужно как-то под мост. Бляха. Да чё пристал-то? Что происходит-то? А, это ты, блядь. Рот закрой свой. Придумал тоже. Так, он что-то. Да, прыгаю. Что, так пойдет? Окей. Здесь. О! Вот такая что ли статуэтка или что? До 10, да. Я вот так примерно и думаю. Так, а что-то я не понял. Тут что ли где-то вход? Или что? А, я проходил эту игру. После это реквест на 12 часов. Правда, 12 часов уже прошло. Есть что, ну блин, я что-то подумал. Перепройду. Да-да-да. Угу. Пириф. Сделаем.